Вынесен приговор в отношении Олега Амельянчука. Он обвинен в незаконной организации игорного заведения и сопротивлении сотрудникам полиции. Олег Амельянчук осужден Бердским городским судом за незаконную организацию и проведение азартных игр. Согласно материалам следствия, он использовал игровое оборудование вне легальных игорных зон. Также игорная деятельность велась в сети интернет. Подпольное казино располагалось в одном из нежилых помещений Бердска по адресу Ленина, 17. В нелегальном игорном заведении был проведен обыск, во время которого Олег Амельянчук применил насилие, неопасное для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Так гласят материалы суда. В итоге 14 сентября суд постановил назначить ему 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.